Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на борт авиакомпании ASMR авиалинии. Ваша безопасность и комфорт – основные приоритеты нашей авиакомпании. Все наши пассажиры летают исключительно первым классом. И мы надеемся, вы насладитесь расслабляющей обстановкой во время полета. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами безопасности и аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета номер 1, 2, 3, 4, 5. Ваша ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем впереди стоящего кресла. Все электронные устройства должны быть выключены во время полета. Спасибо. Мы просим вас воздержаться от курения на протяжении всего полета. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически верхних панелей. Потяните маску на себя, плотно закрепите ее вокруг носа и рта. Вот так. Наш самолет имеет 6 аварийных выходов. 4 в передней и задней части кабины и 2 оконных аварийных выхода, расположенных поверх крыльев. Все выходы обозначены световым табло и светящиеся дорожки вдоль проходов указывают направление к выходу. В случае аварийной посадки на воду подушки сидений могут использоваться как водяной балласт. Ремни безопасности должны быть застегнуты. После включения табло застегните ремни. Вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка следующим образом. Рекомендуем оставлять ремни безопасности застегнутыми в течение всего полета. Во время взлета и посадки спинка вашего кресла должна быть в вертикальном положении. Столик убран, ремни безопасности застегнуты. С дополнительной информацией вы можете ознакомиться в инструкции по безопасности. Благодарим вас за внимание. Желаем вам приятного полета. Уважаемые дамы и господа, меня зовут Мария. Я буду сегодня вашим бортпроводником. Если вам что-то нужно, я с удовольствием вам помогу. У вас даже есть для меня кнопочка.
А сейчас, если вы не могли бы обратить внимание на информационные карты впереди стоящих сидений, просто чтобы вы ознакомились с дополнительной информацией. К примеру, здесь у нас есть список аппаратов, которые разрешены на борту этого самолета. Также аппаратов, которые не разрешены. Спасибо. Также вы можете ознакомиться с инструкцией по посадке на воду в случае аварии. Что, конечно же, не произойдет. Да? Все пошагово здесь описано точно так же. Может быть, вам будет интересно и это все узнать. Также пассажиры, сидящие после выхода, должны ознакомиться со второй, третьей страничкой, так как там рассказывается отдельная их ответственность на борту. Итак, сейчас мы взлетаем. Я пройду по рядам и посмотрю на то, как пристегнуты ваши ремни. Помогу вам. Хорошо? Что, как вы себя чувствуете? Хорошо, замечательно. Давайте я вам посоветую кое-что. Давайте я вас сейчас наклоню, потому что вот эти кресла наши специальные, они специально сделаны для того, чтобы вы могли растянуться, вытянуть ножки. Да? Давайте я вас немножечко опущу, хорошо? Как-то удобнее, нет? Да? Знаете что, давайте ему принесу чай. Так. Ну что, посмотрим. У нас есть специальная коробочка для чая. Стараемся не раздавать кофе нашим уважаемым пассажирам. Стараемся вас успокоить глубже, как можно больше. И чай именно способствует тому, чтобы вас успокоить ваши нервы и плавно вас усыпить в хорошем плане, так? Такая у нас коробочка. Сейчас мы ее откроем. И, как видите, у нас несколько типов чая. Первый, наверное, популярный достаточно. Это Earl Grey. Он, к сожалению, немножечко кофеина в себе содержит, поэтому я думаю, что в этом случае нам не очень подойдет. У нас есть яблочный с корицей. Вы можете тоже слышать запах.
не пахнет. Мне, конечно, запах пахнет. Может быть, вам такой понравится тоже вариант. Также у нас есть ромашковый с лавандой. Тут с лавандой. Тоже очень популярные чаи перед сном. Оба успокаивающие. Свойства содержит, да? Тоже возможно. У нас также есть чай со специями. Этот помогает, дает вам энергию и улетучивает стрессы. Ну, я думаю, у нас есть с небольшим количеством кофеина белый чай. Необыкновенный запах, такая прямо парфюмерный тип чая. Белый чай с привкусом абрикоса и персика. Необыкновенный запах. Аромат будет стоять на всю кабину. Так. Также у нас есть чай Пука Любовь, согревающий душу чай с нотками розы, ромашки. Необыкновенно расслабляющий. Надеюсь, что, может быть, вам такой понравится. Один из моих любимых. Но я знаю, что он больше всего подойдет. Это вот такой ночной чай. Называется Nighty Night. Что означает? Его заваривается 15 минут, поэтому я вас сейчас укутаю, уложу вас спать. Чай будет готов к тому времени, да? Вот такой у нас выбор чаев. Если вам захочется еще чаек попить позже, дайте мне знать. Я сразу вам принесу всю коробочку. Принесла одеяло. Сейчас я вас укутаю. Ложу вас спать. Такое мягкое, плюшевое одеялко. Будет вам сниться плюшевые сны. Да. Укутаю. Да. Накрою ножки. Так. Вот. Замечательно. Держится. Прекрасно. Сейчас еще. Здесь подушечка.
сейчас вокруг шеи вашей расположу. Замечательно, да? Видите, как у вас поддерживает шею вашу. Очень удобно вокруг головы. Так, подушечку иметь, да? Ну и последний шаг для вашего глубочайшего расслабления. Мы предлагаем вам медитацию тематикой океана. Эта медитация специально записана и создана для наших пассажиров. В ней используются записи волн дельта. Вы слышите небольшую музычку такую, которая будет записана в формате дельта волн. И волны дельта — одни из самых полезных волн, которые человеческий организм перестает вырабатывать со временем. Он помогает регулировать сердцебиение, пищеварение, также нормализует сон, помогает лучше после сна. И я включу. Сейчас видео начнется. И наушники вам надену. Какие у нас противозвукопроницаемые. Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вам медитацию для глубокого расслабления. Сосредоточьтесь на вашем дыхании. Вдох, выдох. Обратите внимание на то, как ваша грудная клетка поднимается и опускается с каждым вдохом. Глубоко вдохните. Задержите дыхание и выдохните. Вдох. И выдох. Почувствуйте, как тяжелеет ваше тело, как каждая клеточка вашего тела расслабляется. Сосредоточьте ваше внимание на ваших ножках. Шевелите пальчиками ног и расслабьте их. Теперь глубоко вдохните. Напрягите мышцы голени и с выдохом расслабьте их. Почувствуйте, насколько тяжелее стали ваши ноги. Таким же образом
образом сосредоточьтесь на области ваших бедер. Глубокий вдох. Напрягите мышцы бедер на пару секунд. И с выдохом отпустите их. Ваше тело тяжелее. Почувствуйте, как мышцы ваших плеч, шеи, рук тяжелеют, становятся мягче и расслабленнее. Вдох и выдох. Мышцы челюсти, ваши глазки, щеки. Насладитесь чувством полного расслабления. Заметьте, что вы стоите на берегу океана. Солнечные лучи поблескивают на поверхности воды. Голубой океан сливается с голубым небом, и на горизонте становится одним целым. Красота. Пена набегающей волны щекочет ваши. Ваши ножки затягиваются в песок под вами, приземляя вас, помогая вам почувствовать себя частичкой земли, дает вам возможность почувствовать все ощущения вокруг вас, вашим телом. Напоминает вам о том, что вы живое существо, вы человек. Теплый ветер ласкает ваши волосы. Очищает ваши легкие, ваше сознание. Лучи солнца согревают ваше тело. Природа окутывает вас своими объятиями. И вы чувствуете, шум волн
Дышите в унисон с океаном.